100 лет назад через Орел проходил первый испытательный автопробег, начальной и конечной точкой которого значился Петербург. И вот ровно через век этот маршрут автопробега повторился. На этот раз два большегрузных автомобиля остановились в нашем городе в память о событиях 100-летней давности. В самом центре города красовались не только тяжелые грузовики, но и фотографии старинных автомобилей. Орловчане смогли в деталях рассмотреть гигантские машины, принять участие в конкурсах и получить сувениры. Следующей точкой остановки большегрузов станет Брянск. Можете видеть автомобили, которые ровно 100 лет назад ездили в автопробеге. Вот, собственно, он представлен вот здесь, вот на прицепе. В данном автопробеге участвуют всего две модели. Почему? Потому что это представители магистральных тягачей. Строительную технику мы не повезли сюда, конечно. Магистральные тягачи рассчитаны на долгие дистанции, на междугородние перевозки.